Особенно вот тот ролик, который мы снимали с тобой в Севером, вообще тупила. Я что-то тебе говорила, 2 часа все спала. И ржала вообще, думаю, ой, как посмотрит, ты скажешь, действительно тупая тетка. Сегодня приду, буду целый день ролики смотреть. Так, ну здесь практически, вот скажи мне, вообще нигде нельзя останавливаться, так я понимаю. Вот только там за Сингапуром. А тут пошли вот эти крестики, да? Он скажет, остановись. То мне одна знакомая рассказывала, муж ее. Так, тетя Люба, прекращай разговоры. Вот пока просто представь, что ты едешь с гаишником, а-а-а. Мы с тобой трендим, много чего не успеваем, а просто прокатываемся. Поэтому я сейчас тебе буду команды выполнять, молчишь, мне ничего не говоришь, внимательно делаешь, как на экзамене. На экзамене у тебя волнение было такое, ты просто поехала до 70, как машину разогнала, я и не знал, тормозить мне, плакать, выпрыгивать, смотрю на тебя. До 70! Я смотрю, ты бледная, понимаешь? Ты едешь бледная, потому что мы привыкли с тобой триндеть постоянно, всякая фигня. Ага. А на экзамене вот эта нервотрепка, и вы у меня, получается, не сдали. Увезли меня хрен знает куда. Поэтому сейчас мы молчим и не будем. В левый ряд перестройтесь. Видишь, там машина едет. Ну куда ты лезешь, тетя Люб? Вот сейчас можно, но на нее-то зачем полезла? Она ж, ты же ее видела в зеркало. В правый ряд уходите. Машина там едет. Я знаю, вижу. Разгоняй машину прямо. Теперь пошли. Вот. Сейчас я тебе напряжение экзаменационное как создам. Давай. В левый ряд уходим. Поворот не включила. Там машины едут, не переживай. Можно. Только смотри, вот в эту нельзя въезжать. Вот, выключаю поворотник. Тут команда поступит на перекрестке, поедем направо. Наше задание с тобой как максимально быстрее перестроиться в правый ряд. Разгони машину. Так, там еду едет проезжаем. Машина, пусть она проезжает, да. Уходи вправо. Вот. Правый не поворот. Выключаю. Нет, выключи и включи. Выключи и включи. Потому что это два разных момента. Ты перестроилась и тут же поворачиваем. И пока не заедем туда. Так, поворотник здесь... нет, выключи. Опять выключить? Ты уже на поворотах все время. Да бог с ним, ты перекресток прошла, я выключаю. Ты же не останавливаешься. Здесь не надо включать поворотник. Вот знак «Уступи дорогу», видишь? Да. Левый поворотник включай. А вот еще этот момент, когда там стоял знак, помнишь? Все, выехала. Я не помню знаки, давай по факту. Тетя Лю, выключай поворотник. Я очень хочу, чтобы вы завтра сдали экзамен. Хотя бы сдали, короче. Вы записались на экзамен? Конечно. Когда? А когда ты написал? А я, кстати, хотела еще раньше. А срок твоей команды нету, я и не записываюсь. Ну сейчас записались, конечно. Все, позвонили, потом, вас записали. Потом, когда ты написал, что там забыл нам сказать. Да. В левый ряд перестройтесь. Я в тот день сразу записал. Не спеши, там машина токсичная едет. А, тут уже нельзя. А зачем тормозим? Включи поворотник. Смотри в зеркало. Можем с газом. На дорогу смотри, чтобы Land Cruiser я не купил. Мне вряд ли кредит дадут.
колеса мы должны его видеть. Вот как сидит, да, и колеса его видим. За регулируемым перекрестком перестроитесь в правый ряд. Повторите. За регулируемым перекрестком перестроитесь в правый ряд. Да. Что это? Где? Поехали, что за светофор? Это пешеходный. Едем дальше. Вы зачем сразу на тормоз надавили, когда я спросил вас? Не надо, учитесь слушать и ехать при этом. Команда большая у нас уже набралась. Человек 6, наверное, завтра пойдете. Женя сдал все-таки, да? Женя, да, сдал. Он писал там, что он 20 раз сдавал. Да, он пошутил, что он там сдавал 20 раз. Я думал, 20 раз назад. Он просто в своей школе. Он же в той же школе, где и вы учили. А, вы в другой учились, а он. Другой тоже. Давай еще к стоплении подъедем немножко. Вот она из виду потеряется, и вы тогда тормозите. Все, стоим. Все вот так. Дальше не надо. Но вы же все видите. В чем проблема? Вы едете, вы светофор увидели. Я уже хотел, правда, нажать на тормоз, но вы молодец. Вы все-таки сообразили, увидели. Вы мысли всякие разные из головы убираем, и головы убираем, и только думаем о том, что мы находимся на дороге и наши действия. Вообще, я сейчас что сказал? Не думать ни о экзамене, ни о чем не думать. Что вы делаете? Да хотел. Команда какая была? За перекрестком. А в чем проблема? Я не хочу за автобус. Я не хочу, это ваши проблемы. Ваша задача должна... Вам команда поступила, вы должны ее выполнить. А за кем вы поедете? За трактором, велосипедом, велосипедом? Поворотник выключите. Вот видите, вы опять начинаете себе фигню всякую в голову вбивать. Не, когда я слушаю тебя, я забываю про поворотник. Забываю. Я буду вообще молчать. Выбираем место за регулируемым перекрестком. Остановка. За регулируемым перекрестком. А, да, за регулируемым. Ну и что? Это же не перекресток. Это же пешеходный перекресток. Ну и что? А команда какая была? За регулируемым перекрестком. Что сделать? Остановиться. Ну вот и выполняйте ее. Кстати, вот мы здесь с вами останавливались. Здесь нет бордюра, вот забора. Видела? Я поняла. Кто подошла ко мне, а там же забор. Как я устала уже, честно. А вы не напрягайтесь. Вы же все знаете, вы правила знаете, вы дорогу видите, вы просто себе зацикливаетесь на том, что сейчас он мне скажет сделать то-то, то-то. Он вам говорит остановиться, а вы на разворот лезете.
Почему? Он сказал развернуться. Это я говорю про себя, когда я ему в прошлый раз. А, когда машину стричкаешь? Да не парьтесь, все. Едем и показываем мастер-класс. Так, это у нас тоже пешеходный переход. Дайте вы руль так. Да вы до бордюра метр еще. Отпустите тормоз. Поехали. Вот, вот так. Вот, вот, немножко прижимаешься. Вот. И выравниваешь руль. И вот останавливаешься. Все. Парковка, ручник. Все, поехали. Двигаемся по главной дороге. Вот представь, что у тебя экзамен. Вам сказали, двигаемся по направлению главной дороги. Чего ты сюда полезла? Ну как главная дорога у нас там? Любовь Михайловна, поворотник выключи. Ну что 10 раз? Вы начали... А, ну что 10 раз перестраиваться? Ну, хорошо. Да нет, уже не лезь туда, просто вы неправильно сделали. А, сначала надо было поехать. Сначала движение, начиная по полосе, выключаем поворотник после того, как начали движение, а потом включаем поворотник и перестраиваемся. А вы сразу сюда нырнули. Угу. Да. Подумала, хотела сразу. Вот это же нельзя на экзамене так делать. Понимаете? Да и в жизни так нельзя делать. Вы зацикливаетесь, не надо, расслабься немножко там. Вот стрелка, я могла же прямо ехать. Вы сейчас мы могли по главной дороге едем. Я что знаю. Вы об этом думаете? Вы зачем об этой фигне думаете? Думаем только о том, как правильно проехать. В левый ряд перестройтесь. Вот, молодец. В правый ряд перестройтесь. Так, обращайте внимание на знаки, пожалуйста. Что вы видите? 40. 40. С какой скоростью вы двигаетесь? 42. 42. Понимаете, да? Вы не можете превышать. За регулируемым перекрестком выбирайте место для разворота. Скажи мне, чтобы я не смотрела на этот прибор, на каком месте, ты меня говорила, я забыла. До светофора езжайте тогда, если вы хотите. Ага. Вот, до вот этих, вот до дерева, где стало. Вот это, да. Это можно больше, да? Уже? Да. Опа. Поехали, не оба идти. Чтобы я не смотрел на спидометр. Ну, как скажете, Ну, идеально же, перестраивайся. Поворотник только не забудь выключить. А то потом опять скажут по видео, инструктор нервный. У него в голосе чувствуется нервный. Что там за бабье такое? Ну если вы по-хорошему не понимаете, вы значит по-другому. Не спешите. Тормозите, полная остановка, крутим руль. Дело в том, что на скорости можно и промахнуться. Мы так и промахнулись. Помните, когда мне бампер разбил? А, вас не было. Нет, это не я. Нет. Нет, и понятно, что это не вы. Были в тот момент, когда мне бампер разбили на экзамене? Промахнулась так же.
на скорости зашла. А, вот это вот. Да, да, когда да. Я посмеялась, ты говоришь, а вы уехали туда. А, да, когда вы мне потом в группе начали смеяться над ней, я сказал, а вы вообще меня увезли, да? Да, да. Нет, это она? Ну да, мне разбила. Это Оля, да? Да, разбила же бампер. Потому что надо было остановиться. А я до последнего надеялся и ждал. Уберите очки. Ой, я не могу. Вы не можете, а вам никто не разрешит солнечной защиты. Да я знаю. Ну и все, тренируйте, завтра такая же погода будет. Не спешите. Да, я знаю. Ты кто-то так жарко тут. Это вам всем жарко, приходите, вам жарко, кровь гоняется по организму. Мне, допустим, постоянно холодно. Посидеть просто. Ну, конечно. А мы же напряги. Левый ряд перестройтесь. Там знак какой был? 40. Правый ряд перестройтесь. За регулируемым пешеходным переходом выбирайте место для остановки. Повторите команду. Повторите команду. За регулируемым пешеходным переходом место для остановки. А это перекресток считается, да? Ну а вы как думаете? Да. Скажите мне. Перекресток. Ну вот видите, вы лучше меня знаете. Да. Так, сделать место для остановки за регулируемым пешеходным переходом. А можно при гаишнике повторять? Да что хотите, может, главное не обзывать его. Можно я песню пою? Можете, что хотите, главное, чтобы он вас на кубячку не отправил. Это ля-ля-ля-ля, дорога хорошая. Девушка, давайте по тому адресу поедем. Команду повторите. За регулируемым пешеходным переходом остановиться. Что это? Что это? Ну, остановку сделать. Ну, мы сейчас его проехали же. Ну, вот. А тут уже перекресток, прикинь. А-а-а. Поехали уже. Все, не сдача экзамен. Едем, 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 заканчиваем маневр. А это что, два? А это что, потому что поперечное движение поехало. Че? Вон, а мы должны влево смотреть на этот светофор. Все, да? Никуда вы. А я вдруг запутаюсь вот здесь. Вы на перекресток заехали, вы его покинуть должны. А то, что когда я сказал, что... Тут два вот этих. Ну, один этим, тут буквой У перекресток. Вы должны были остановиться до перекрестка. Вы как только проехали пешеходный переход, вы должны были остановиться. Выбирайте место для разворота. Не лезьте. Пустят, поедем. Не пустят, тогда извините. Пускают? Угу. Помните, что нужно сделать? Да. Сейчас я могу ехать? Нет. Ну и можете, конечно, красный. Не, я просто думала, может до серединки. Нельзя ехать.
Так, я тогда не услышала команду зарегулируем пешеходным переходом. Да, и вы сказали, это остановка. Но я говорю, что это? Я имел в виду про светофор, это перекресток или что? Вы говорите, остановка, ну... Ну, я проехала как раз. Ну, надо было в конце остановки останавливаться. Как раз бы вот ваша задача была бы. А это сколько было бы балл? Почему балл? Вы бы остановились бы, и все идеально было бы. Нет, вот то, что я проехал. 5 баллов. Не выполнение. Уже сразу 5 баллов? Конечно, а вы что хотели? Чтобы вас подголовки... Я думала, там как-то... Ну, я думала, чуть-чуть. Я 7 лет сижу, вот, сдаю с вами экзамены. Ну, не с вами, а вот с учениками. И все думаю. Поехали. Кто там сигналит? Ну, разворачиваться же можете, двигаемся по главной дороге. Ну, хотела, сделай, тетя. Ну, хотела же. Ну, уходи, блин, уходи, хотела же. Я же про это и говорю. А я думаю, что хотела. Ты смотришь в зеркало, поворотники, там что-то пытаешься. Или ты пыль протираешь? За скоростью своей смотри. Если вы завтра спокойно почувствуете себя без вот этой вот агонии в какой-то степени, вы просто сели, как дали на газ, как заядлый таксист, который не видит ни знаков, ни хрена. Наша траектория понятна где? Да. Вам троллейбус подсказывает. Угу. Вот. Левый ряд перестраиваемся, не пугайтесь ничего. Включили поворотник, посмотрели, что здесь светофор, здесь не надо перестраиваться. С автобусов, автобусы не отходят от остановки? Нет. Все, пошли. Пошел он в баню. Он после нас выскочил. Тоже деятель. Видит, что мы перестраиваемся, берет из-под нас, вылазит. Я, кстати, куплю камеру, которая будет назад еще смотреть, чтобы люди более понимали, о чем мы говорим и как кто нарушает. Да, кто нарушает, с ним плевать. Все хотят посмотреть, чтобы ситуации знали, какие бывают. Правый ряд, перестройтесь. Выбирайте место для стоянки. Вы остановились? Да, ну нет еще. Поехали. Поворотник. Почему не выключаете? Едем до конца маршрута. Там развернемся, чтобы вы знали, где это. Да. То опять меня в Матвеевку увезете. Главное никогда не суетиться, когда инспектор что-то говорит. Даже вот я сейчас говорю, вы не суетитесь, а обдумайте. Не мыслите. Ну что... я сегодня не такая нервная. Сегодня вы идеально. Я же говорю, можно в ЗАГС ехать. Левый ряд, давайте перестроимся. Когда все спокойненько. Но на экзамене, знаешь, вы же понимаете. Смотришь, когда прибьют, смотришь, когда все это. И сам начинаешь догадаться. А вы не стойте ни с кем на экзамене и не слушайте всякую фигню, и сами ни фигню не говорите людям. Я никогда ничего не говорю. Я вообще говорю. И сами никому ничего не говорите и никого не слушайте. И будет все у вас хорошо. Ну понятно, что на экзамене вы садитесь, у вас нервы там, но они никуда не денутся. Я бы больше переживал бы, если честно, когда номера бы получал бы со словами хер. Вот это да. Ну там же буковки у нас есть. Х, Х, Е, Р. Это куда намного неприятнее, чем. А что, у нас у всех так хер написано? У вас не написано хер. На Хабаровске.
Я как-то не обращала. Может быть такое, я видел, почему. Правый ряд перестройтесь. Выбирайте место для стоянки. Здесь можно? Нет. Почему? Потому что запрещающий знак. Двигаемся по маршруту. И он запрещающий знак. Все, молодец, увидела, молодец. Двигаемся по маршруту. Уходите в правый ряд. Ой, тут господи. Видите, вот я с кем повелся, от того и набрался, да? С учениками. Едем. А, вот же аэропорт. Едем. Перестраиваемся. Едем, куда вы сейчас перестроитесь? А, вы сейчас перестроитесь. Ну, за светофором разворачиваемся. Здесь нигде останавливаться нельзя. Мы сейчас его ударим. Ай. Отпустите тормоза. Глянула я на это. Зачем? Поехали, потому что движение прямо здесь. Разворот запрещен, конечно. В левый ряд. Левый ряд, зеркало. Вы понимаете, что это я нажал на тормоз? Да. Ай! Поворотник выключите, у вас стрелочка движения прямо на асфальте. Вот, смотрите, поехали. Поехали, проезжаем перекресток, потому что нам нельзя на нем разворачиваться. А за ним можем развернуться, и это есть конец маршрута. Задача у нас была остановиться, да? Ну, поставить машину на стоянку. Соответственно, пока мы об этом не думаем, мы думаем о том, чтобы развернуться. Все спокойненько, спокойненько, без суеты. Крутим руль. На светофор смотрим. 10 секунд. Да. Успеваем? Успеваем. Вот если на первый светофор зашли, второй замигал, проезжаем его, конец, завершаем маневр. А теперь выбираем место для стоянки. Вот, Михайловна, а так ехать нельзя, как вы делаете. И даже с поворотником так нельзя ехать. Вы промеж полос едете. Помните Валентина? Вы спрашивали, что она не сдала, помните? Да. Вот она не сдала, потому что так поехала. Поворотник-то выключен. Правый поворотник. И в зеркало смотрите, там штука едет дороже, чем моя жизнь, походу. Да мы тебя видим. Проезжайте. С одним поворотником останавливаться тоже как-то не рекомендую, хорошо? Потому что люди подумали, что вы просто перестроились, а вы взяли, остановились. Давайте на заправку заедем. Так, подожди-ка еще раз. Как с одним поворотом? Я правильно же направо повернула. Вот, Михайловна. Сейчас правильно еду? Пока что да. Выбирайте место для остановки. Зачем вы тормозите? Выключить, потом включить. На обочину-то уходите. Здесь же нет бордюра. Все, поехали. Хорошо, когда мало машин. А? Хорошо, когда мало машин. Да, выбирайте место для разворота. Дальше-то куда? Поворота едете? Ну, середина вот плеча.
Ну и что, ты бампер сделал? Нет. С той стороны? Ага. Что, не заметил? Так, значит, там, получается, нету этих. Они пойдут вот здесь, кресты эти. Поехали. А этот что? Вылазит? В бочину ему надо ударить разок, чтобы он на всю жизнь запомнил. Выбирайте место для разворота. Включайте поворотник. Ну, вы сейчас не успеем. Так отпустите ее, пусть уедет. Поворотник-то не выключайте. Пошли. Со скоростью. Вот. Едем, едем, не тормозите. Выключайте поворотник. Вот тут надо, вот туда уедете, там двойная сплошная. Она вот здесь заканчивается. Конечно, вы же смотрите, куда вы едете. А почему стрелка сюда показывает? Потому что выезжает человек отсюда. Отсюда туда. Нужно выбрать место для разворота. Куда вы поехали? А здесь нельзя? Развязки, как сегодня мы разворачивались уже, помните? Я поняла, просто я думала, ну перед мостом нет разворота. Если мы по тому ряду едем, я должна перестроиться сначала. Вы сейчас не едете по этому ряду. Нет. Не думайте о том, чего нет. Вы думаете сейчас, как вы едете. С какого хрена вы там ехали? Нет, я говорю, если нет, там вот ехали. Если бы. По ситуации нужно думать, а не то, что могло бы было бы быть. Какой поворот включаете?
ну да, с той стороны могла. Я же видела. Вы куда едете? Как куда? Рулем работаете, вы берете и... Поворачиваем. Ну вы прямо едете, а сейчас берете, и машина направо у вас пошла. Ага. А потому что тулитесь не на ту полосу. У вас своя есть полоса, по которой вы должны были двигаться. По правой крайней? По левой крайней. А, по левой. Поворот.